Здравствуйте, друзья! Со мной произошла небольшая поломочка. Хорошо, что только велосипеда. В общем, хотел на небольшую горочку разогнаться, и у меня поломался шатун. Рассмотрел немножко, тут, в общем, была уже трещина, которую я не видел, которую я даже не обращал внимания. Что я заметил после полгода, как ездил, и педаль немножечко так виляла, чуть-чуть, еле заметно. Вот, скорее всего, тогда уже и была трещина. А стоя я даванул, не заметил, как я уже оказался на асфальте. Сразу поехал, все нормально, через полчаса, наверное, резкая боль, поднять руку уже не мог. Думал, что поломал ключицу. На следующий день пошел, сделал рентген. В травматологию сходил. Вот эта фотография меня. Не разбираюсь, конечно. Ну, как бы на расшифровку не ходил. Может быть, и надо сходить. До сих пор болит. Скорее всего, вот здесь уже где-то была трещинка. Вот процентов 25-30. Потом просто выломалась. Получилось, как в том фильме про Терминатора. Жидкий металл. 175 длина. Педаль целая. Буду что-то покупать в сборе. Делайте техническое обслуживание своему велосипеду вовремя. Пересматривайте, потому что если у вас даже будет без травм, такая поломка, уже вы никуда не уедете. Просматривайте какие-то трещины, потому что плечо уже прошло сколько? 5 дней, до сих пор болит. Ну, вроде на снимке так не вижу ничего. Я, конечно, не специалист. Надо все-таки, наверное, сходить к расшифровщику. Погодка сегодня отличная. Можно было бы покататься. 15 градусов тепла. Хотя сегодня 19 января 2023 года. Что-то ремонтироваться, что-то покупать. Наверное, и цепь надо будет менять. Тоже уже подрастянутая. На этих шатунах я проехал в этом году... с апреля месяца 2600, я купил его в апреле, а сейчас у нас январь, как я уже сказал. Ну и до этого еще ездил год, чуть меньше. И то этот велосипед очень-очень бэушный. Мои 100 килограмм шатун все-таки не выдержал. Всем пока.